Когда я была маленькая, мне было только 13 лет, я поехала на соревнования, на первое свое международное соревнование на Кубу. И нам меняли тогда 50 рублей. Когда я приехала обратно, моя мама никак не могла понять, почему у меня такой огромный чемодан и очень тяжелый. А я на все 50 рублей купила ластиков и раздарила всей школе. Они безумно вкусно пахли, и их хотелось откусить, а уж никак не стирать. А когда я пошла в школу, только появились совершенно изумительные цветные тетрадки. И после этих скучных, зеленых, отвратительных тетрадок это было очень весело. Мы соревновались, у кого розовые, у кого желтенькие, и это было прикольно. А когда я училась, мы писали перьевыми ручками. Но в это время появились шариковые. Но добиться разрешения от учителя писать шариковой ручкой, это было непросто. Нужно было без помарок и очень каллиграфическим почерком писать в тетради. Но мы добивались своего. Для многих детей в нашей стране учеба в школе сопряжена с преодолением трудностей. В наших с вами силах сделать так, чтобы дети концентрировались на учебе и не думали о том, что у них нет элементарного арсенала канцелярских принадлежностей. Давайте вместе поддержим проект на Планета.ру «Школьный портфель».